Зайдем. Я покажу сейчас. Что показать? Шел, да? Thank you.
Короче, привет, ребят. Меня как вообще слышно? Слышно или нет? Да? Короче, площадь здесь просто огромная, поэтому огромные стенды и я не знаю. Пока найдешь кого-то, так не очень интересно показывать вам, ходить. То есть я 5 минут иду, чтобы кого-то найти и кого-то вам показать. Вообще я уже успел взять интервью сегодня у Флекса Уиллера, у Кевина Леврони, у Садика Хадзовика, у Рича Пиано, мать его. Да, наконец-то я встретился с Ричем. Вот, так что видео буду выкладывать. Рассказал ему, что все его знают в наших странах с моим голосом, что я перевел уже больше 100 видео его. Он оценил, так что видяха скоро будет. Я не знаю, будет ли сегодня видео, ребят, потому что как бы хочется очень много всего успеть. Еще много у кого хочется взять интервью и на тренировку хочу сходить. Возможно, я здесь все это буду снимать эти несколько дней, а потом вернусь в воскресенье домой и все за один день смонтирую и буду выкладывать. Потому что здесь будет очень сложно и снимать, и монтировать в тот же день, я не знаю. Да вот я тоже думаю, контент дома уже сделал, все. Сейчас здесь снимаю, а дома все уже средактирую. Величко и скромному. А что, они здесь? Я не знал. Здесь величко и скромный? Не знаю. Да? Хорошо. А что они там представляют? Какой у них стенд? Скромный на каком стенде? Что он представляет? Росапс? Хорошо, поищем. Ладно, ребят, пока буду отключаться. Пока буду отключаться. И буду еще выходить на связь чуть позже.